знали, в чем был обман. В чем был обман тогда советский? Угу. С одной стороны, Горбачев говорит, альтернативные выборы, и действительно, вот, смотри, ну, да, Ельцин, да, кандидат, да. Да? Но почему они придумали съезд народных депутатов вместо Совета народных депутатов? Значит, они сказали так, Совет народных депутатов, это, ну, условно, там, 500 человек, я сейчас не вспомню, например, 500. А на съезд они избрали 1500, которые должны были потом из 1500 избрать 500, которые станут делегатами. Mm-hmm. Знаешь, то есть в этом обманка, чтобы mm-hmm. по дороге потерять всех демократов, к черту, и отмыть, вымыть их. Mm-hmm. И, ну, там, ладно, в глубокие вещи, там, например, было как? Из этих 1500 избиралось, по-моему, 1000, mm-hmm. а остальные 500 делегаты от общественных организаций. Типа 50 человек от ДОСААФ, 50... О, вот эти вот квоты, квоты, да, на НКО, что, гендерные, да, да, у нас сейчас такой, о, в КС хотят, да, протащить, да, 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 я, да, сказала, буду мочить. Вот та же самая, да, фигня. Да, причем, что, да, самое интересное, я потом уже, будучи умным политтехнологом, спустя много десятилетий, я узнал, где они эту схему взяли. Где? Государственная дума при царе. Так формировалась. Была Государственная дума, выборы же в Государственную думу, выборы. Но знаешь, как проходили выборы? 100 депутатов выбираются на общероссийским этим самым, да? Еще 50 земские, уездные, там, союзы учителей. А угу. еще, так, короче, админресурс бесконечный. Квоты, 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 квоты. Вот. И эти тоже квоты. Ж, негодяй. И вот тогда вот это все, то есть, соответственно, из 1500 человек наших было очень много, а из 500 осталось наших уже мало, ну, в Совете Верховном. И нам тогда, да, я даже запомнил эту политическую борьбу. Нам объясняли, когда я пришел с претензиями, ну, я же пришел КПСС с претензиями, говорю, а почему, что за херня, говорю, нарушение, один человек, один голос, правило. Это я в армии находился, заметь, да? А тут получается нарушение этого принципа один человек, один голос. Мне говорят, ну это впервые после Ленина. Ну, съезд народных депутатов собирается впервые после Ленина. И как бы, как ты возразишь, после Ленина? То есть, типа, Ленин учил так. Мы как бы вернулись к Ленину, называлось. Вот такая история.